Здравствуйте, дамы и господа, коллеги и не коллеги. Мы снова встречаемся на лекции в библиотеке иностранной литературы. Меня зовут Николай Николаевич Зубков, главный научный сотрудник Центра редких книг и коллекций. Но в прошлом году я прочел несколько лекций на достаточно общие темы истории западной книги. Но эти темы кончились. Правда, мы проскочили 17 век. Очень трудное и мало мне знакомое время в этой истории. И в этом году я собираюсь поговорить несколько раз на темы более честные, может быть, кому-то все-таки интересные. И начать я собрался с эпохи регенства. Значит, лекция называется официально «Европейская книга эпохи французского регенства». Но, конечно, говорить придется не только об этих 8 годах с 1715 по 1723 год, когда регентом Франции был Филипп Орлеанский. Можно начать показывать его портрет. А и с того момента, когда он к власти пришел, это первые 15 лет XVIII века. И тут придется поговорить о международном положении. XVIII век как раз ровно начался с двух войн, которые в совокупности охватили всю Европу. На западе Европы шла война за испанское наследство, на востоке то, что у нас называется Северная война. Это не совсем то, что мировые войны XX века, потому что почти никому там не пришлось воевать на два фронта, а наоборот были очень странные дипломатические коалиции, где одно и то же государство там было на одной стороне, а там на другой. Но так или иначе повоевать пришлось всем, и воевали долго. Значит, Северная война продолжалась почти все Петровское царствование, а война за испанское наследство началась в 1701 году, а кончилась в 1714. И привела к очень большим переменам в политической жизни Европы. И не только в политической, потому что во Франции начался закат Великого века, века Людовика XIV, еще при его жизни. А итогом войны стало возвышение Англии, с одной стороны, а с другой стороны конец Испании, а заодно и Голландии, как самостоятельных политических единиц. Ну, как и обычно в XVIII веке, при всех сложностях коалиции главными противниками были с одной стороны Франция, с другой Англия и Голландия. Это были очень тяжелые годы для Франции. Война шла неудачно. И только там пришлось столкнуться не самым уже лучшим, хотя и не самым плохим французским военачальником, с такими полководцами, как герцог Мальборо и принц Евгений Савойский. И только по счастливой случайности Англия, в конце концов, сочла Бурбоны на испанском троне, из-за чего, собственно, и шла война, меньшим злом по сравнению с тем, что испанский престол достался бы непосредственно австрийскому императору, и тогда она замирилась на довольно приемлемых для Франции условиях. А как только Англия замирилась, как там сменилась династия, приехал новый король, Георг I из Ганновера, немец с репутацией дурака, хотя при всей этой репутации он был покровителем Лейбница, не знавший ни английского, ни толком французского. Правда, некоторые утверждают, что говорить по-английски он умел, но не любил, но, во всяком случае, народ об этом не знал. И считал его немцем и все. Зато новый король привез с собой Генделя. А еще зато, поскольку ему действительно мало было дела до Англии, он еще душой был у себя на родине, парламент окончательно забрал себе власть, и с этого началась современная Британия. И, кстати, Георг I был последним пока королем, приглашенным с материка, а сын его последним родившимся на материке.
А во Франции в это время, в конце войны, шли семейные катастрофы в правящей. Сын Людовика XIV, так называемый Великий Дофин, умер от оспы. Через пару лет новый наследник, взрослый внук его, умер от кори вместе почти со всей семьей. А за 3 дня до подписания мира еще один внук упал с лошади насмерть, а третий внук, последний оставшийся в живых испанский король, по условиям этого самого мира прав на французский престол лишился. И остался один 4-летний принц Людовик, которому через 1.5 года пришлось стать 15-м. После небольшой сумятицы регентом стал герцог Филипп Орлеанский, и началась эпоха, которую и называют регентством. Соответственно, она закончилась, когда Людовику XV было всего 13 лет, и, естественно, он еще не правил самостоятельно некоторое время, но и регентства как такового уже не было. При этом старый король всех своих великих людей своего времени тоже пережил. Буквально всех. Буало умер, как и великий дофин, в 11 году. Полуапальный епископ Фенелон в январе 15-го. Король умер в сентябре 15-го года. Остальных уже давно не было. И появились новые звезды салонов. Пока что это был почти забытый теперь старик Фонтенель. Ему уже было по 60 лет, но и тут он вышел на первый план, а прожил он 100 ровно. Но уже на подходе были и Вольтер, и Монтескье. Это все как раз люди регентства. И Вольтер объявился в 18 году трагедией Эдип. В 21 году появились персидские письма Монтескье. В искусстве эпоха регентства – это прежде всего живопись Ватто. И все это было новым духом в культуре. Фонтенель – прямой противник законодателя классицизма Буало. Других стариков, писателей Великого века, почитали, но не слишком читали. А Монтескье явился первым, кто стал пересматривать основы, ну, в общем, основы мировоззрения. Дух законов немного позже, но он выступил с критикой состояния общества в персидских письмах, чего при Людовике XIV категорически не было. Это, в общем, все было естественно, что рано или поздно это должно происходить, но это именно совпало с регентством. А Ватто был просто гений. Что тут говорить? До него не было ни таких красок очень давно, ни такого рисунка, ну и ни таких тем. Значит, перед вами знаменитое его паломничество на остров Кеферы. Таких сюжетов при Людовике XIV, даже в первой половине его царствования, довольно вольной, а тем более в конце, когда общество стало сильно религиозным, не было. Но регентство известно как время большой распущенности нравов, может быть, преувеличено. Еще событие из истории культуры. В 1922 году в Париж приехал композитор Жан-Филипп Рамо и издал свой трактат о гармонии. И это в своем роде не менее важно, чем то, что происходило Ла-Маншем в науке, когда появился Ньютон. Явился Ньютон и стал свет, как сказано в его известной эпитафии, которую у нас принято переводить немножко иначе, но в оригинале именно так. И после этого 200 лет наука двигалась по накатанной. А в искусстве, в музыке именно Рамо дал толчок лет на 150 с лишним, как основоположник классической гармонии. В истории искусства его теперь затмил Бах. Так Бах тоже как раз в 1923 году приехал в Лейпциг.
И, наконец, еще о политике. Внутренняя французская политика, хотя там много чего происходило. А внешнюю политику Рейган старался вести мирную. Ему только пришлось повоевать с двоюродным племянником испанским, чтобы тот все-таки не захватил французский престол в случае смерти юного короля, который опасались. И воевал он в союзе с прежними врагами, с Англией и Голландией, которые франко-испанскую унию не могли допустить. Вот на союз с Голландией я обращаю внимание, потом мы о нем вспомним. И как рубеж веков дал большое скопление знаковых дат в истории и в культуре, так затем окрестности 25-го года. В 23-м году умер регент Филипп, немного раньше, в 21-м, Ватто, оставшийся без прямого продолжателя. Таким образом, художественная культура Франции несколько провисла. В 25-м году умер Петр Великий, а в 27-м почти одновременно король Георг I и Ньютон. Годом раньше, то есть в 26-м, в Англии появился Вольтер и начал перенимать местные идеи. И в частности, в том году как раз в Англии вышли «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, и Вольтер прислал их во Францию. Свой отчет об английском житье, философические письма, которые первоначально назывались «Английские письма», он издал только в 32-м году, но именно с рубежа первой четверти века можно считать границу эпохи просвещения в полной мере. А вот в книжном деле 18 век начинался тускло. Например, в большой истории французской книги об этом пишут чуть ли не все авторы. Отмечают, что конец 17 века и, соответственно, начало 18-го – один из самых глубоких кризисов. Один из этих ученых даже выразился, правда, по частному поводу, маразм продолжался до самого регентства. Ну, не маразм, конечно, имеет в виду, а нечто вроде глубокого обморока, но словцо колоритное. Да, речь, и частность, о которой идет речь, кстати, показательна. В конце Великого века вся художественная литература, включая издания театральных пьес, выходила только в 12-ю долю листа с очень скромным оформлением, то есть о книге как художественном предмете в это время практически не думали. А вот «Эдип Вольтера» в 719 году уже вышел в 8-ю долю и был издан, как пишет тот же автор, достойно и тщательно, как давным-давно при Ришелье издавали Корнеля. Но я буду говорить о более общих вещах. В 17 веке книжным деле заправляла Голландия. Подробно о том, что там случилось, скажу дальше, но сейчас скажу, что главный символ 17 века – эльзевиры в Амстердаме к 1700 году уже кончились, а в Лейпциге доживались последние годы, закрылись окончательно в 712-м, но уже давно были на втором плане. Во Франции застой книжного дела длился весь 17 век, а даже, в общем, и не только конец, ну, по крайней мере, весь Великий век. Людовик XIV сам книгой почти не интересовался, читал мало, больше был озабочен цензурой, да и то не лично. Правда, в 1693 году он перевел королевскую типографию, основанную при Ришелье, в Лувр, где королевский дворец, но где он сам почти не появлялся. Сначала королевской типографией заведовал выдающийся издатель Себастьян Кремуази, но больше капиталист, чем что-либо другое, чем деятель культуры. Потом его вдова, а вот после ее смерти король обратил внимание на типографию, и из этого кое-что последовало. А до этого времени, почти весь 17 век, во Франции не было ни одного словоличика, а в Амстердаме, как доносили в 1707 году царю Петру, их было два, которые держали монополию на всю Европу. Немецкая книга о 30-летней войне до 20-х годов – один сплошной ужас, об этом я немного говорил в прошлый раз.
В Англии тоже не происходило ничего примечательного. Как раз до второй половины 20-х годов там появился крупный словолетчик Уильям Кэслан. И только в России, как вообще происходила революция Петровская, так произошла революция и в книжном деле, появился гражданский шрифт. Если будет время, об этом мы тоже немножко поговорим, хоть это уже и не и посторонний сюжет. И все-таки кое-что в эти годы в книге происходило. Наверное, больше, чем я заметил, но хотя бы вот три важных события. Первое. Все-таки еще до регенства были последствия у переучреждения королевской типографии. Там сложился кружок заинтересованных людей, который сначала хотел, но не смог дать подробное описание типографского ремесла, а потом именно эти люди реализовали в книге «Эстетику Великого века» разработки шрифта, который называют «Королевской антиквой». Там был свой идеолог, там был математик для разработки пропорций, некто Фийо де Бийет, корреспондент Лейбница, и появился, наконец, во Франции словолитчик Филипп Гранжан, чьим именем шрифт и называется. У него два таких общепринятых названия – шрифт Гранжана и королевская антиква. Здесь видно на этом кадре. И у него есть одна главная особенность. Там черточки на верхних, ну, на буквах L, D и так далее вверху, не косые, как во всех остальных шрифтах, практически во всех, а горизонтальные. И поэтому получается такая, здесь, может быть, не очень видна, но ну и здесь, приглядевшись, можно увидеть, получается такая ровная линия сверху, к которой строчка как будто подвешена. И знаменитый книговед, на которого я часто ссылаюсь, Анри-Жан Мартен, сравнивал гранжановский шрифт с колоннадой Лувра Клода Перро. Ну, она более ранняя, она была построена на 20 лет раньше. И действительно, вот эта прямая линия верхних засечек вызывает ассоциацию с классическим антаблементом, а перо, если вглядеться, именно его и подчеркивает. Но при этом в королевском шрифте нет еще той разреженности, которая появится затем у Баскервилля, а еще позже в вампирной книге и архитектуре. Особого распространения этот шрифт не получил, кроме самой королевской типографии. Реформатор французской книги середины XVIII века Пьер Симон Фурнье потом пошел другим путем. Но важен факт первого сдвига во французском книжном мастерстве за 150 лет. И там же, в том же кружке королевской типографии, затеяли первые неудачные пробы типометрии, то есть унификации шрифтовых размеров. Отчасти я об этом говорил в лекции про книгу «Эстетику просвещения», повторю в двух словах. Там придумывали всякие системы измерения шрифтов, но в конце концов приходили к тому, что на глаз надежнее. В 23-м году даже приняли новый стандарт шрифта, но его не все соблюдали. А еще придумывали всякие сложные ненужные изобретения, о которых потом с большой иронией писал Фурнье. Была машина из 30 частей, чтобы ставить матрицу в форму, когда это легко можно сделать тремя пальцами. Но очень примечательно, что была поставлена задача унификации, обратили внимание, что что-то не так. А не так было то, что одни шрифты лучше читались в малых кеглях, другие лучше читались в крупных кеглях, и не получалось свести их к одному принципу, как требовало мировоззрение нарождавшейся эпохи. Ну, до совсем кривого добора во Франции дело не доходило, это было у немцев.
Для типографики таким единым принципом должна была стать единая система пропорций, и не случайно задумались о ней в эпоху Ньютона, а удалась она тогда, когда принципы Ньютона стали во Франции торжествующими. Второй факт. Начало расцвета иллюстрации. 17 век эпохальных иллюстраций в художественной литературе не оставил. Другое дело география и наука. Там было мало интересного. Вот уже в Петровское время появились путешествия в Россию и Персию голландца Корнелиса де Бройна, с которой я решил показать несколько картинок, потому что эта книга у нас есть, 1714 года. Кстати, больше там персидских иллюстраций. Все-таки Персия западных людей интересовала больше. Но по пути он сделал замечательные зарисовки. Вот город, который называется Веронис. Можно догадаться, что это Воронеж. Вот одна из лучших его и самых известных иллюстраций – портрет Самоеда. Он заезжал туда из Архангельска, аж не ближний свет, на Мизень, где жили эти самые самоеды, то есть ненцы по-нынешнему. И две, естественно, научных иллюстрации. Сверху репка, большая-пребольшая, кстати, как раз рядом с этим самоедом, северный овощ. И рыба, название которой нетрудно прочитать – «Стерлет фиш». А это значит, вот это уже все-таки 18 век. А раньше можно спорить и о Лиаре, еще одно путешествие в Московию и в Персию, и Афанасия Кирхера, который издавал научные труды, своеобразные научные труды со множеством очень красивых иллюстраций, и «Священную физику», такой был тип изданий. Тоже огромные тома с великолепными иллюстрациями. И, например, «Суринамских насекомых» Сибиллы Мариан, один из листов, и работы ее отца, и многое другое. А в остальном 17 век – это время барочных фронтисписов, но не собственных иллюстраций. Впрочем, фронтисписы случалось рисовать даже такому крупнейшему художнику, как Шарлю Лебрену. В годы войны за испанское наследство иллюстрированных книг стало еще того меньше. Старый, но до сих пор основной справочник Анри Коэна отмечает считанные книги. В конце 17 века Мольер и Росин выходили еще с какими-никакими, но все-таки картинками. Затем Мольера иллюстрированного не будет до 1934 года, Росина с картинками почти до этого времени, а Витязь всегда любили иллюстрировать до 1932-го, преемника Росина Крабиона отца до 1950-го. Исключения были, но в ничтожном количестве. Отмечу переложение Илиады Шарля Антуана Удара де Ламота. Книжки в хорошем качестве не нашел, но зато мне портрет его нравится. С иллюстрациями разных художников еще при жизни старого короля в 14 году. В 1708 году комедии Жана Франсуа Реньяра вышли с картинками в начале пьес, как раньше издавали Мольера. А остальные иллюстрированные издания – это в основном в Нидерландах, обычно перепечатки старых парижских. Выделяется еще брюссельское издание Иосифа Флавия 1702-1703 года, где 229 изображений в тексте. И все начало меняться при регенстве и благодаря регенту. В 1718 году вышел в Париже роман Лонга «Дафнис и Хлоя» по-французски, которую иллюстрировал никто иной, как он сам. Но не гравировал, как это кое-где можно прочитать, а он писал картины, часть из которых потом легла в основу этих иллюстраций. Вот одна из них, «Свадьба Дафниса и Хлоя», написана Филиппус Инвенет. Это Инвенет на русский, в общем, не очень хорошо переводится, но по смыслу с картины Филиппа.
А другие иллюстрации, в том числе вот этот фронтипис, гравировали Антуан Куапель и Шарль Куапель. И, между прочим, эта книга издавалась как раз в то время, когда регента чуть не свергли. И с нее началась новая мода на иллюстрации. Причем примерно тогда же начался расцвет гравера Бернара Пикара, который жил в Амстердаме. И в основном иллюстрировал тоже еще научные книги. В 18 году иллюстрации к французскому переводу Де Бройно, а с 23-го началось издание его самой знаменитой сюиты иллюстраций «Обряды разных народов». Это вот картинка изображает, по всему видно, Индию. Женщины в характерных нарядах, голые йоги, фикус с воздушными корнями и совершенно непонятное лицо, как в этом, видимо, храме. Но таких храмов в Индии что-то я не знаю. Да, жил он в Амстердаме, но был связан, по всей вероятности, связан с регентом. Потому что в 1920 году вышло новое издание словаря Пьера Бейля с посвящением к регенту и заставкой к этому посвящению Пикара. В том же 18 году, что «Дафнис и Хлоя» книга и перевод Де Бройна, в Амстердаме у Давида Мартье с иллюстрациями Пикара вышли сочинения Буало «Инфолио», формат, в котором поэзию не издавали уже давным-давно. В 22 году это издание было повторено в Гааге. В 19 году Пикар вместе с Антуаном Куапелем, Клодом Жило и другими рисовал иллюстрации для парижского издания «Басен все того же Ламотта», которые, кстати, при «Старом короле» выходили с подложным адресом у «Осла с лирой», а тут их издали роскошно и, разумеется, с нормальным адресом. И тут любопытно, Куапель, можно сказать, друг регента, его наставник в живописи, а Пикар, как я предполагаю, тоже был с регентом связан. А Ламот был из окружения герцога Менского, политического и личного врага Филиппа Орлеанского, который именно и пытался его свергнуть в 18 году, а в 19-м, как заговорщик, сидел в тюрьме. Ну, вскоре его, впрочем, помиловали. Выходит, дожили до такого состояния, что эстетика стала важнее политики. В 20-м году в Амстердаме вышел французский перевод Робинзона Крузо тоже с иллюстрациями разных художников, из которых одна Пикара, а из работ других мастеров отмечу десятитомник Плавафта во французском переводе «Лейден, 19-й год, у нас он есть, но без картинок», и пьесы Росина, издание «Инкварта» с иллюстрациями Луи Шерона, французского тоже художника, который жил в Англии. И там, в Лондоне, это издание и вышло. «Фронтиспис к трагедии Ифигения». Между прочим, из всех упомянутых только Пикар жил еще и во второй четверти века. Куапель и Жило скончались в 1722 году, а Шерон в 1725. То есть и тут кончилась эпоха. Что касается иллюстрированной книги как типа, то ее блестящая судьба в 18 веке хорошо известна. Но лицо книги рубежа веков продолжало определять ксилографическая орнаментика. И здесь я хочу обратить внимание на одного из мастеров той поры, Венсана Люсюэра, который подписывался инициалами ВЛС. У него еще был брат Пьер, который подписывался ПЛС. Венсан был гораздо известнее, гораздо плодовитее, начал работать в 90-е годы, работал в Париже, рисовал виньетки и концовки ко множеству книг. Они подписаны... Да, это я уже сказал. И к 10-м годам он стал, кажется, самым активным в своем ремесле. Сейчас его вспоминают почему-то очень редко, в отличие от граверов следующего поколения, от Папиона.
А между тем, в книжном искусстве это один из чистейших образцов стиля Людовика XIV, хотя деятельность Лесюэра хронологически выходит далеко за его рамки. Вот здесь два образца, у нас много его заставок, достаточно много его заставок. Вот здесь два образца. Слева анекдоты о Яне Собеском 1699 года. Любопытная, не без любопытства, кстати, книга, потому что 99-й год – это время польского междуцарствия, когда французы стали активно интересоваться Польшей. Естественно, как всегда, Франция принимала участие в выборах нового короля. И в связи с этим вдруг стали появляться ряд книг польских и о Польше. А справа катехизис 1720 года. Разница в том, что заставка к катехизису не чисто орнаментальная, а еще и символическая. Крижали Моисея, осиянные светом. Вот я не знаю, видно ли хорошо на других экранах. Там римские цифры, которые, разумеется, обозначают 10 заповедей. А в сущности, по стилю, это все та же колоннада Лувра или, если угодно, собор инвалидов. И третье, о чем я хотел сказать, уже связано не с оформлением книги, а с издательской деятельностью. Как я уже говорил, книжный лидер XVII века – это, безусловно, Голландия. И типографы, и граверы, и словоличики, и крупнейшие издательские фирмы – все было там. И в XVIII веке в Голландии по-прежнему печатали много и хорошо, но роль ее совсем стала другой. И показательно, что прежде главные издатели были автохтоны – Эльзевиры, Янсены, Блау и некоторые другие. В 12 году, как я уже говорил, окончательно прекратили деятельность Эльзевиры. В 14-м умер последний из, ну, почти последний из самых крупных, собственно, голландских издателей Хендрикс Хелте. И с тех пор стали решительно преобладать эмигранты. Они и раньше были, но не задавали тон. А тут только в Лейдене до 33-го года продолжал работать Пинтер ван дер Аа. Да в середине Амстердама, века в Амстердаме появились крупные коммерсанты голландского происхождения Арстей и Меркус. Генрих Ветстейн, самый крупный издатель начала века, он, опять же, в 26-м году был родом из Базеля, а типичные фамилии голландских издателей 18 века – Мортье, Шатлен, Гос, Рей и тому подобное. Замечу еще, что Гаагу уже с начала века стесняла Лейден. В это время, конечно, происходило общее отступление голландской культуры. Кончилась великая живопись, почти кончилась великая наука, отсюда упадок Лейдена. А типография как таковая осталась и в некотором смысле даже расцвела. В середине века Голландия была главным производителем типографской орнаментики, которую заимствовали во Франции, у Фурнье. Но сам Фурнье писал, что в Голландии его виньетки воспроизводили хорошо, а в Париже плохо. Но раньше Голландия издавала, славилась тем, что издает передовую европейскую мысль от Галилея до Бейля, и работала она на всю Европу. А теперь она издавала, что придется, и работала в основном на Францию. На издателей этого времени куда менее известно, чем прежних, кроме, может быть, Рея, потому что он был связан с энциклопедией и Руссо. Вот одно из его изданий Руссо, уже 55-го, естественно, года, потому что Руссо и появился незадолго до этого. Но он издавал также и Вольтера, и других энциклопедистов. У Руссо он был главным издателем. А вообще специализацией Нидерландов стали подпольные издания и контрафакции, которые обозначались, например, напечатано там-то с парижского экземпляра или напечатано в Амстердаме, а продается в Париже. Ну, а большинство легальных, эти контрафакции опять шли обратно в Париж, где, может быть, и продавались легально вот эти, которые напечатаны в Амстердаме, а продаются в Париже, но по некоторым особенностям французского законодательства выгодно было
обозначать зарубежную типографию. А большинство вполне легальных изданий тоже было ориентировано на Париж, хотя и в Германии, конечно, голландские книги продавались. У Аркстея Меркуса в Лейпциге был даже крупный филиал. Это можно связать с тем, что кончилась полувековая вражда с Францией, которая, собственно, составляла суть внешней политики Людовика XIV. И что в 1917 году Нидерланды с Францией заключили союз против Испании. Потом этот союз распался, ну и противниками голландцы и французы, кроме сравнительно недолгой войны за австрийское наследство, больше не были. Так что книжность слабевшей Голландии удобно могла быть филиалом французской. Это само по себе достаточно известно, но имеет значение, что тут решающую роль сыграло регентство и политика регента, после чего при всех исторических и культурных перипетиях еще много десятилетий только развивались заложенные тенденции. Вывод из всего этого довольно тощий, но все же не вполне банальный. Смерть Людовика XIV стала общекультурным переломным моментом, и в книжном деле это тоже сказалось. Регентство и здесь, как и в искусстве, да можно сказать, и в политике было переходной эпохой, когда черты нового времени, и в частности черты стиля рококо, проявлялись еще довольно слабо, но наметилось ясное движение в этом направлении. Ну и поскольку действительно времени осталось еще даже, пожалуй, чересчур, то скажу о четвертом сюжете, который с Западной Европой уже связан довольно косвенно. Но это действительно было важнейшее завершенное событие в книге первой четверти XVIII века – создание русского гражданского шрифта. Об этом много написано, и к тому, что написано, в сущности, мало что можно прибавить. В частности, была прекрасная статья такого художника книги Владимира Венедиктовича Ефимова, который очень резонно предположил, что рисунки литер нового шрифта в первом варианте, вот они, принадлежат самому Петру Великому. Потому что если вообще шрифт этот очень странный. Действительно, никакие правила тут не соблюдены. Все в разнобой. Где-то прямые очертания, где-то кривые. Вот эти может, почти практически курсивные буквы, прописные буквы. Вот эта петелька под «Д», которую Ефимов считает очаровательной, но на самом деле, по-моему, если вот в связанном тексте смотрится это очень дико, и так далее, и так далее. Но вот еще буквы, которые потом исключили, но это уже немножко другое дело. То есть стилистический разнобой здесь страшный. И его вполне можно объяснить, что нарисовал это сам Петр, который никаких правил не знал. Ну, может быть, какой-то сотрудник, который этих правил тоже не знал, но скорее Петр, и так после, или уж по крайней мере он их завизировал еще в черновом варианте, после чего чертежник Кулинбах, который считался раньше автором шрифта, их механически скопировал, не дерзнув с государем спорить. А почему предполагается, что он не мог это сам нарисовать? Потому что он-то был грамотный шрифтовик. И потом рисунки переправили в Голландию, а там местные бунсонисты тоже не стали ни с кем спорить. Да, в общем, им было и мало дела. Если варвары прислали что-то варварское, то это в порядке вещей. Славянский шрифт петровских изданий и раньше представлял собой, как писал Ефимов, достаточно механическое соединение литер латинского алфавита, совпадающих с кириллическими, и специфических знаков кириллицы, заимствованных из печатного полуустава. А здесь просто намешано все, что глазу приглянулось. И из того же полуустава, вот буква «Ж» «Живете», например, и из скорописи, особенно подстрочные элементы или вот та же самая «Б».
прописная, и из латиницы разных вариантов. Что-то от эльзевировского шрифта. Прописное «Т», вот видно ли здесь курсорчик, которым я указываю, оно с такими с засечками не только под перекладиной, но и над перекладиной. Это очень редко. Кажется, что-то похожее можно разглядеть в гарамоновском шрифте, а с тех пор это вышло из употребления. В литерах «К», «Како» и «Я» Ефимов находит сходство с прописной «Р» королевской антиквы. Но на этот счет есть другие мнения, но вообще, по-моему, похоже. Вот это «Р». В заголовке «Le gros roman Grand Jean». И голландские словолетчики не разобрались в этой мешанине, да, видимо, и желания действительно не имели разбираться, и получилось нечто весьма экстравагантное, столь же экстравагантное и дисгармоничное, как личность создателя шрифта. И кажется, эта эклектика только заостряла особенности этого эклектического дисгармоничного времени, еще раз тревоженного неожиданным вторжением России в европейскую политику. А, да, известный факт, который, может быть, стоило упомянуть вначале, что Людовик XIV отказался принять Петра во Франции, а регент принял, и была довольно долгая дружелюбная поездка, которая, правда, к большим дипломатическим результатам не привела, но во Франции запомнилась. Ну, впрочем, эта дисгармония бросилась в глаза самому Петру, и он, как ни странно, исправлял ее не в сторону большего сходства с латиницей, а именно в сторону большего сходства с полууставом. Например, в первом варианте была буква «зело», звук «з» передавался буквой «зело», похожей на аналогичный, собственно, латинскому «с», а потом он заменил ее на нынешнее «з» – «земля», которая чаще встречается в славянской азбуке. А и к тому же в новом варианте шрифта эта земля утратила сходство с латинской «Z». И десятиречное было не просто дополнено, здесь только оно есть, а сильно потеснено и же восьмеричным, и десятиречное осталось только в одном строго определенном случае перед гласными, и так далее. И потом уже в елизаветинское время новые словолетчики – уже русские дошли до возможности создать хороший гармонический елизаветинский, до сих пор иногда употребляемый шрифт. И выходит в одно время с тем, как в русской культуре появился Ломоносов. Спасибо. На этом сегодня все. Апреля-мая, пока еще точно не определяли. И расскажу я, опять же, вот не помню, поскольку в плане все расписано, а я не помню точно, какой порядок, но либо про кое-что об иллюстрированных изданиях XVIII века, о принципах иллюстрирования, либо об изданиях Жан-Жака Руссо. До свидания.